И сегодня в штатном режиме заработали детские сады в Новосибирске. Пока не все родители привели своих малышей, но их уже в два раза больше, чем было в последние месяцы. Напомню, до сих пор работали только дежурные группы. В учреждениях соблюдают все санитарные нормы. Подробнее Михаил Якимов. Сегодня в детском саду номер 2 абсолютно все воспитатели всех 12 групп вышли из отпусков. На детских игровых площадках и спортивной кипит жизнь. В период самоизоляции в саде ходило не более 50 ребятишек, только в дежурные группы. Сегодня их почти 100. И педагоги уверены, что с каждым днем их будет все больше. По соседству еще один детский сад номер 19. И там похожая ситуация. После пандемии все группы заработали в штатном режиме. Итак, в каждом детсаду Новосибирска. В некоторые группы пришло только 2 человека, в некоторые 5. Во втором саду нет ребятишек только в одной группе, самой младшей для детей от 2 до 3 лет. В нее набирают новых воспитанников. Ребята постарше, которые после очень долгого перерыва вернулись в свои группы, вспоминают любимые игрушки. В ролевые игры умеют играть и любят играть. Соскучились по игрушкам. Вон кукол разобрали, кормили, уже накормили. Пирогов напекли. Каждый примеряет любой наряд. Кто-то повар, кто-то врач. Дома таких нет. Но, как говорят родители, еще больше дети соскучились по своим друзьям. Она весь период прям вспоминала в садик, ребятишкам, к друзьям. У нее здесь друзья. Все хорошо дружные ребятишки. Во время самоизоляции дети постоянно были под присмотром родителей, дедушек и бабушек. Но образовательный процесс не прекращался. Воспитатели давали задания дистанционно. Дети рисовали и мастерили поделки. Затем родители отправляли результаты педагогам в виде фото и видеоотчетов. Сегодня впервые вместе соревнуются в эстафетах, играют или изучают ракушки в искусственном озере. Сегодня, когда мы увидели зарядку вот впервые после пандемии, ну, конечно, детки немножко стушевались, им пришлось напомнить о правилах, каким образом это все строится. Но самое важное – это эмоции. Сегодня эмоции у нас, вы видите, все на позитиве. Все довольны. Противоэпидемические меры безопасности здесь соблюдают ответственно. Обязательный масочный режим для родителей и всех сотрудников, кроме воспитателей. Помещения и поверхности обрабатывают спецсредством. У каждого входящего в сад измеряют температуру. Михаил Якимов, Сергей Хлопов, Новосибирские новости. Спасибо, что смотрите канал «Новосибирские новости». Мы рады предложить вам интересное и полезное видео. Если хотите оперативно получать информацию о жизни города, подписывайтесь на наш канал. Жмите колокольчик, чтобы не пропустить последние новости.